Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам свою уценочку, орхидеюшку. Я ее очень давно уже вам не показывала. И я думаю, что большинство уже забыли за эту орхидеюшку. Я ее покупала как уценочку. Листик у нас имеет механические повреждения. Вот растение было с ожогами. Сейчас она у меня нарастила вот такой вот красивый молоденький листик, пустила в рост молодые корешочки, вот это вот старенькие корешки, вот это сейчас молодые у нас пошли в рост. Вот, и на цветоносе, я думаю, что сейчас очень многие вспомнят это растение. А на цветоносе, ребят, у нас уже вот такая большущая деточка выросла. Она была маленькая, я вам ее показывала вообще еще крошечкой. Помню, еще совсем недавно делала фотографии, как у нас там проклевывались корешочки. А тут раз уже, и она такая вот большущая. На фоне стены вам покажу, какая она. Для понимания размера. Вот такой вот у нас уже листик. И вот такие вот классные корешки. Корешков у нас, вы уже видите, достаточно много. Но я пока что не спешу отсаживать эту деточку. Мне очень интересно посмотреть, что же с ней будет дальше. Потому что я очень сейчас вспоминаю, когда мы с мужем ходили гуляли по Польше, вот, и в окошках было видно очень у многих растения, которые стояли на подоконниках, у них на цветоносах были детки, которые уже сами цвели. То есть стоит цветущая большая взрослая орхидеюшка, и на цветоносах детки, которые уже тоже пустили свои цветоносы и цветут уже. Вот, и мне стало интересно, так что пока что я эту деточку не отделяю, и посмотрим, понаблюдаем, что же с ней будет дальше. Что еще хотела вам рассказать, не знаю, ли будет видно именно на вот этом вот корешочке, который растит, вы видите, такой вот молоденький, да, остренький такой вот у него рост, прям активный, и он гораздо толще, чем предыдущие корешки. А вот что я делала и почему так произошло, мне хочется вам показать, прям чтобы было видно. Вот сейчас как раз таки и видно, какое пошло у нас утолщение на вот этом корне. Очень многие уже знают, очень многие уже испробовали микоризу. Я не один раз говорила про нее. У меня отдельная тема в группе про микоризу. Мало, конечно, кто придает этому значение, мало кто читает. Но те, кто уже пробовал, те, кто прислушались, уже видят первые результаты. Дело в том, что я взяла вот эту вот эндомикоризу и немножечко на спонжик и приложила к корешкам и опрыскивала водичкой для того, чтобы хотя бы немножко вот это, чтобы эндомикориза хоть чуть-чуть попала в корешки. И вот спустя буквально некоторое время вот такой вот пошел у нас результат, то есть корни начали утолщаться и расти достаточно активно. Ну, вы видите, что не все из 5 корешков у нас активно стали расти 2 корешка. Вот этот корешок тоже, я думаю, что вам тоже будет видно, насколько он стал толще. Так что, ребят, микориза действительно очень хорошо работает. Так что пробуйте и наблюдайте, смотрите за своими растениями. Я думаю, что вам очень-очень понравится результаты. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.